Тема – координаты и док-андок-буки. Это данные о месторасположении кого или чего-либо, размещенные в определенном месте, которые можно использовать для безопасного перемещения. Немного о координатах. Тут нужна соответствующая закладка. В ней есть папки – личные и корпоративные. В них и хранятся все сохраненные координаты. Разумеется, отсюда можно взаимодействовать с сохраненными данными. Если нажать на кнопку «Сохранить», то можно сохранить данные своего местонахождения. Стоит отметить, что можно выбирать, куда сохранять свои координаты – в личные или в корпоративные. Поэтому внимательно смотрите, куда вы сохраняете. Будете захламлять корпоративные, нарветесь на мат в свою сторону. Чтобы сохранить координаты другого объекта в космосе, вам нужно кликнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать соответствующую функцию. Находясь в космосе, вы можете взаимодействовать с сохраненными координатами в этой системе, так же, как и через меню «Адреса и координаты», нажав правую кнопку мышки на любом пустом месте. Каждый сам выбирает, какой ему способ удобней. А теперь об андок-буке. Это точка координат, сохраненная очень далеко от станции, которая позволяет мгновенно перейти в варп-режим, чтобы не быть пойманным злоумышленниками прямо возле дока при выходе со станции. А вот уже с этой андок-буки можно спокойно лететь по своим делам. Теперь подробнее. Когда корабль выходит со станции, он целых 10 секунд неуязвим. Его нельзя взять в прицел и тем более вести по нему огонь. Кроме всего этого, корабль уже летит со 100% возможной своей скоростью. А это значит, что он может сразу переходить в варп-прыжок. Если вы начнете делать повороты в ту или иную сторону, во-первых, вы потеряете свою неуязвимость. Кроме этого, вы еще потеряете скорость своего корабля. А значит, не сможете перейти в варп-режим, пока снова ее не наберете, хотя бы до 75-80%. Однако остается вопрос, куда делать прыжок? Вернемся к андок-буке. Вот мы вылетели со станции, летим по прямой, не двигаемся. Скорость максимальная, неуязвимость 10 секунд. А варп делать куда? Так вот, андок-бука – это координата, сохраненная, прямо никуда не сворачивая, от дока на очень большом расстоянии. Соответственно, чтобы ее сделать, нужно выйти со станции и долго-долго прямо лететь. Примерно на расстоянии не меньше 1000 необходимо сохранить координаты своего места расположения. Корпорация позаботилась о том, чтобы у вас были уже готовые андок-буки в самых распространенных торговых центрах. Однако лучше подобные координаты делать свои личные, потому что со временем враги узнают, где находятся корпоративные док-буки и смогут отлавливать всех пилотов, которые их используют. Док-буки – это противоположность андок-бук. Они расположены именно в ноль со станции, чтобы быстрее войти в ее док. Для быстрых кораблей подобная бука не нужна. Однако для огромных и медленных, которым понадобится некоторое время, чтобы долететь до станции в ноль, она жизненно необходима. Используйте заранее правильно подготовленную андок-буку спокойно, ровно дыша, не торопясь. У вас же целых 10 секунд неуязвимости. Желаю вам успехов и безопасных перелетов.